Приветствую вас на канале Asmo Let's Play. Мы продолжаем играть в BioShock. И сейчас это рыба. Итак, и сейчас мы идем к семье, которая находится на подводной лодке. Ну, по крайней мере, в дневнике было сказано так. Замок до нового приказа. Райан велел нам туда установить какую-то генетическую штуковину, так что только он сам и его близкие могут их использовать. Ребята говорят, так. Ключи не особо надежны. Сестры, братья, седьмая вода на киселе. Все с этими генами смогут брать аппараты и плыть куда пожелают. Даже не знаю, я смогу так. Ага. Тихо. Кто булькает? Тихо. Воу, нет, подожди. Приют маленьких сестричек. В тревожные времена дайте вашей девочке ту жизнь, которую она хочет. Бесплатный пансион и обучение. Дети — это будущее Востока. Да. Нет. Еще? Есть. Вот все. Как раз. Само то. Теперь можем обыскать. Спасибо вам, мистер. Спасибо, что нас спасли. Да, конечно. О, это мне подарок. Я так, готова. 200 Адама. Загипнотизировать папочку. Бронебойные револьверные патроны. Так. Хорошо. Так. Вау. Блин, я даже не знаю. Блин, вот телекинез давайте поменяю. Притворитесь сестричкой и позовите большого папочку на помощь. Он вступит в бой и защитит вас. Ну, это замечательно. Так. А теперь мы потратим маленько чего-то там. А, вот так, все понятно. Мне надо. Мне надо Ева, дополнительное питание. Так вы получите больше здоровья благодаря закускам и повязкам. Увеличивает урон, который вы наносите камерам слежения, турелям и роботам. Ну, давай, чего, одна штучка только куда вот мне. Так, блин, ну так-то нагаечный ключ, конечно, можно поменять. Блин, ну давай нагаечный ключ поменяем. Так, дополнительное питание. О, акустический удар. Так, он швыряет одушевленные и неодушевленные объекты обратно с повышенной силой. Мишель, так, создайте приманку, которая отвлечет на вас внимание атакующих от вас. Тоже. Ух ты. Плазмидная ячейка. Плазмидные дают вам невероятные способности. И чем больше у вас ячеек, тем больше вы можете их... А, конечно. О. Разряд в 1000 вольт остановит ваших врагов. Конечно. Если противник стоит в воде, ему придется не сладко. А есть еще такая же штука. И еще на одну. Вот так. На всякий случай так. Положить в ячейку. Кидайте в противника любые предметы. Поймайте гранату на лету и бросьте ее во врага. Все.
еще. Так, и у меня остается 79. Дополнительное питание. Усиливает естественную способность ваше тело, превращает пищу в жизненную энергию. Так, здоровье. Ладно. Так, ел, а что мне? Это мне не надо, не надо. Мишель. Закрыть. О, акустический удар. Ладно. Так, новый плазмид, акустический удар не действует. Приятно. Приходит, когда вы кричите назад, и это не действует. Ага. Блин, я даже не знаю, куда. Да ладно. Хранить в банке. И у нас остается все. Все. Здесь все у нас. Сделали именно так. Вот так вот. Нормально. Всех замесим. Так, так, так. Там что-то есть. Вот я слышу даже турели. Так. В эту комнату зайти можно, да, обыскать. Что мы... Ох ты, дальше, дальше. Что мы, собственно, и сделаем. Обыщем. Только где она? Она же где-то здесь. Я прям чувствую. Слышу ее, слышите? Я слышу. Ага. Ну то вот я отсюда пришел, мог бы так насквозь пройти. Ладно. Так. Не пройти. Не пройти. Ну есть. Так, что еще у нас есть здесь? Там все равно лазить надо. Лазить, лазить, лазить. Что-то есть. Так, так. Выберите шаг, поменяйте, переместите. А у меня как? Выберите трек. Дополнительное питание. Почему-то... Ну ладно. Что-то как-то не усваивается у меня пока. Как я могу здесь? Ну, подарочек мне понравился. Подарочек был хороший. Самое главное, на халяву. Так, а мне... А, кстати, мне туда и надо. Подождите, сначала мы... У меня что по патронам? Так. Да. Есть. Есть что прикупить. Так, взломать. Взламываем. Как раз и здоровье поправил. Так. Где ты? Ой. Так. Надо. Надо. Вот эту надо. Сюда. 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 И еще одна такая. И вот сюда. Увеличить скорость потока. Все. Покупаем. Инъекция, картофель, чипсы. Так, слегка восстанавливает здоровье. Так, патроны для автомата. Ну, патроны. Вот картечь мне точно надо. Ну, давайте возьмем одну. Бронебойную.
Ну ладно. Не надо мне пока бронебойных. Вау! Так этих-то у меня нормально. Я какие-то не те патроны использовал все это время, что ли. Ладно. Давайте посмотрим, что у меня здесь. Что ты мне предлагаешь? Рыбка. Рыбка. А я, интересно, куда я иду-то? Куда-то туда же, но только пониже. Хорошо. Вот. А где мне взять код? Я как понимаю, это что-то опасно, что я задену решетку и мне. А туда надо проникнуть. Так, а если взломать, он же не откроется. Так. Где? Сюда. Потом сюда. И вот так вот. Увеличить скорость потока. Все. А вот так вот взломали. Полный. Не обыскать никак, да? Никак. Так. Надо посмотреть, что еще здесь есть. Смотрите. Есть. И картечь, а нет, смотрите-ка, так, это взял. Что-то еще есть. Ну-ка. Что, нету никого, ничего, что ли? Пирожное. Ящик контрабандиста. Получается. Ой, зачем я это сделал? Надо вообще брать. Спокойно. У меня тоже есть. Перезарядим. Так, не зря сходил, да? Ладно. Патроны для автомата. Блин, а что патронов опять нет? Почему? А есть люди, в кого не расстреливают ли? Да закройся ты. Ладно. Я так думаю, все равно как-то я должен буду выйти сюда. У меня такое ощущение. Не может быть эта дорога в один конец.
Может, вот по этому бревну так и вылазим. Кто может осуждать женщину, пожелавшую разнообразия? Где ты? А затем однажды джентльмены перестали приходить. На. Атлас предупредил нас по рации. Он говорит, ты ищешь проход на рыбозавод. Псих, я сказал. Но если сможешь добраться до кабинета причального мастера и добыть старому персику фотосканер, может, я и сооружу тебе пропуск. Фотосканер. Что это было? Друг мой, тебе конец. Че это ты вдруг? Ты, падла, меня не пустишь, значит, да? А где? Моя юность, моя роза, верните мне ее, верните! Что-то я не понял, я по тебе стреляю, а ты ничего? Тихо. Это какой-то... Чего он взорвать, что ли, или что? Где ты? С этим тебе не справиться. Погляди на ленте конвейера, может, ты найдешь себе в помощь, чтобы остаться в живых. А теперь бери фотосканер и снимай тех, что на потолке. Потом я пропущу тебя на рыбное хозяйство. Запомни, сынок, если я хоть чуток унюхаю, что от тебя несет фонтейном, я тебя закопаю. Атлас за тебя поручился, но я перед ним на вытяжку стоять не собираюсь. Так. Фонтейн. Не понимаю, что это. Взрослый парень. Надо снять что-то, что там на потолке. Фонтейн мертв, и все это знают. Он в земле уже пару месяцев как. А эти все вздрагивают от его тени. Черт, даже Райан. Ну ладно, проехали. У нас полно работы. Не усложни. Да. Так, сойдет. Что еще есть у тебя? Сними то, что на потолку. Куда мне что надо снять? Так, ладно. Для автомата мы патроны взяли. Так. Блин, еще куда-то надо стоять. О, небольшой секрет был. Так, а я слышу, где-то есть. Где-то есть. Вот только где? Понятно. Вот такой вот он козел, значит. Понятненько. Редиска. Так, у нас под патроны там есть, это есть. Кто-то вдруг запустил. Никак не могу разобраться в своих чувствах насчет этих маленьких сестричек. Маленькие сестрички? Эй, разве ты не знаешь, что на них держится все в восторге?
правда? Райан Индустрис следит, чтобы они жили прививаючи, пока выполняют свою работу, благодаря которой мы с вами... И что? Спокойно. Семейца. Так. Надо все собрать. Патроны я знаю, где можно добыть. Блин, нифига, я столько патронов на них выпустил, что ли? Так, тут я были патроны. Хорошо помню. 1-2 патрона. Вы чё? Вы издеваетесь? Так, надо еще взять. Я хочу прийти во все оружие. Да, сюда патроны. Так. Так, какой-то один, ну это бронебойный какой-то. А, нет. Револьверный патрон. Противопехотный патрон. Бронебойный патрон. Вот револьверную. Не шевелись! Думаешь, спрятался? Будь ты помнишь в этом городе! Дебилушка. Ты на кого руку поднял? Мочка. Можно идти теперь. Оружие немножко подзаправился. Так можно продвигаться. А ко мне сюда? А здесь что-то есть. Да. Тут определенно что-то было, я помню. Смотрел сюда из-за угла. Делать с Фонтейном. Пока я покупал дома и рыбозаводы, он осваивал генный рынок и последовательности нуклеотидов. Восторг меняется у меня на глазах. Великая цепь отодвигается все дальше. Возможно, пора наконец потянуть за нее. Иисус любит меня! Любит он вас. Два раза. Через с мягким знаком. Патроны. Патронов много, да, значит, от револьвера. Ну, ладно. Будем знать. То не хватало. Куда хренище сейчас. Лотосы сыновья. Взломать что ли? Подлечиться. Ну давай взломаем, подлечусь. Хоть на халяву влечение будет. Если конечно взломаю, хорошо. Так, спокойно. Блин,
что тут есть. Вот так. Вот так. Вот так. И вот так. Хорошее извращение. Все. Взломали. Жизнь пополнили. Где тут? Так, этот ящик. Сюда наверх. Ну, открывайся. Еще патроны от револьвера. Хорошо. Блин, я боюсь так, блин, сюда заходить-то. Давайте рыбки. Подожди. Потихонечку. Помаленечку. Я не могу как-то. А я должен под эту штуку кинуть в него все-таки. А не в преступника. Я так думаю. Ну-ка, проверим. Проверим. Шоколад вкусный. Малыш, это ты ангел Пола на дома.